Несмотря на завершение республиканской акции «Наши дети», в регионе продолжается благотворительный марафон «Согреем детские сердца». Масштабное движение в помощь детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей проводится в области уже 8-й год. Праздник для маленьких бобруйчан городу помог организовать Белорусский детский фонд. Мы сегодня имеем еще одно подтверждение тому, что действительно чудеса под Новый год обязательно должны быть. Они должны принести радость тем ребятам, кто, наверное, пока в силу каких-то обстоятельств немножко лишен этой радости в своем детстве. Сегодня 250 мальчиков и девочек стали зрителями красочного мюзикла «Бременские музыканты». Со сцены областного театра прозвучали не только знакомые каждому с детства хиты знаменитой мультипликации, но и современная классика. Каждый в зрительном зале с удовольствием хлопал в такт «We Will Rock You» и пританцовывал «Макарену». А что лучше, мультик или спектакль? Спектакль. Спектакль, Андрей, понравился? Понравился. А кто самый там крутой был? Мне там все понравились. Мне понравилась «Лунная походка» Трубадура. Стать участником важного дела может каждый. Марафон продолжится вплоть до 31 января. Все собранные средства распределятся на важные социальные объекты области и на помощь нуждающимся, в том числе сиротам и детям-инвалидам. Реквизиты для пожертвований можно найти на сайте bobrlife.by. Анастасия Шевцова, Максим Глёнко, Бобруйск 360.